Приветствую тебя, мой случайный, неслучайный зритель. Ты на канале Территория М. И сегодня я хочу рассказать тебе про интереснейший и довольно редкий вид у киперов – Мирмикария брунея. Как их обозвал один из известных блогеров, этакие коники, ведь действительно у них очень необычный способ передвижения, когда они взволнованы. Они подгибают под себя брюшко и двигаются очень причудливым образом. Мирмикария брунея – это средних размеров тропический муравей. Место обитания – Индия, Таиланд, Австралия. Любят тенистые влажные лиственные леса. Гнездо устраивают чаще всего в сырой почве или под поваленными деревьями. Матка не превышает 1.5 сантиметра, рабочие до сантиметра, чаще мельче, 4-9 мм. Полиморфизма, то есть ярко выраженных солдат, нет. Рабочие просто немного отличаются друг от друга, и в основном зависит это от очередности рабочих, то есть первых кладок меньше рабочие, но и от количества пищи. Температура для содержания идеальна для наших квартир, от 20 до 28 градусов. Влажность в гнезде требует от 70% до 90%. На арене средняя комфортная влажность 50-60%. Питаются, по сути, всем. С удовольствием пьют сироп, кушают фрукты. Надеюсь, не надо напоминать, что с фруктами с магазинов нужно быть крайне осторожными. Непревзойденные охотники, даже при маленькой численности. А как проходит охота при большой численности, я вам сегодня расскажу. И с радостью покажу. Сегодня я вам покажу кормление несколькими кормовыми культурами. Начнем с туркменского таракана. При поимке он был придавлен пинцетом, поэтому при попадании на арену подавал слабые признаки жизни. Интересность в поведении брунеи в том, что они слабо реагируют на статичные предметы, но как только начинается какое-то движение, у них очень быстрая мобилизация. Будь то таракан, или кисточка, или уборка на арене, из гнезда высыпаются чуть ли не все рабочие, остаются только те, кто находится с расплодом, с маткой или с маткой. Они дружно начинают атаковать нарушителя спокойствия, делая вокруг него несколько кругов. Когда освобождается место, куда можно вцепиться, из круга подходит муравей и подключается к атаке на жертву. И так происходит постоянно. Они как-то умеют оценивать количество необходимых муравьев для атаки на нарушителя. Чем больше жертва, тем больше муравьев выходит. И чем она меньше, тем меньше с ней набит у охотников. То есть нет такого, что кинул одного таракана, и у вас паника на арене и в гнезде. Кинул одного, вышло то количество, которое может облепить его, плюс небольшой запас запасных. Масло масляное получается. Остальные сидят в гнезде. Кинул двух тараканов, вышла еще партия. И это очень удивительно и необычно. Тактика боя довольно проста. Задавить численностью и кусать. Эта колония употребляет бесконечно много кормовой культуры. Не было ни разу, чтобы они насытились. Таракан исчезает в гнезде за несколько часов. Численность колонии около 500 особей. Здесь я ускорил саму видеосъемку, чтобы долго не мучить вас этим процессом. Но вот так происходит процесс охоты на таракана. Как видите, вокруг стоят муравьи, ждут своей очереди. Таракан отбрасывает муравьев. Муравьи отлетают, но сразу же вцепляется следующий. На самом деле довольно необыкновенное зрелище. Здесь также показываю. Кинул им две личинки жука-знахаря. Процесс тот же самый. То есть, в общем-то, там тараканы. Как видите, лишних муравьев не бегает. Здесь личинка жука-знахаря, личинка жука-знахаря. Все муравьи при деле. Вокруг крутятся запасные на случай какой-то внештатной, так сказать, ситуации. Следующая кормовая культура, которую я дал брунеям, был аргентинский таракан. И это было все же моей ошибкой. Взрослый аргентинец – слишком крупный и бронированный таракан для данных муравьев. И мне стало даже немного стыдно, потому что в природе такой ситуации бы не возникло. Аргентинский таракан легко бы убежал от подобных муравьев, что он многократно делал в формикарии. Как видите, он просто отбрасывает от себя нападающих охотников и с легкостью скрывается в субтракте. Но так как решение уже было принято, решил довести дело до конца. Приходилось неоднократно до полной мобилизации
муравьев вытаскивать аргентинского таракана из субстракта. Муравьи бесцельно бродили на местах, куда прятался таракан. Приходилось раз за разом доставать его, но все больше и больше я убеждался, что прокусить верхний панцирь аргентинского таракана брунеи просто не могут. Раз за разом я все больше и больше понимал, что, наверное, все-таки таракана надо спасать. До тех пор, пока не произошла ситуация, когда я еще раз достал его из субстракта, и таракан перевернулся на спинку. Почему не мобилизировались брунеи, я тоже не понимал. Видимо, не воспринимали его как хищника, или как угрозу, или как еду. Но когда он перевернулся и начал, опять же, активно шевелить лапками, как я уже говорил, к статическому объекту брунеи относятся не очень агрессивно. А когда таракан начал, скажем так, наводить суматоху, вот тогда началась мобилизация колонии. После первой мобилизации колония муравьев наконец начала оценивать ситуацию, выводить на охоту все больше и больше муравьев. Таракан неоднократно отбивался от атак брунеи, но теперь колония также решила уничтожить нарушителя. Чтобы не утомлять вас долгим видео, поставлю некоторые фрагменты на ускорение и просто понаблюдаем за процессом охоты. Обратите внимание. В гнезде все спокойно. Все занимаются своими делами. На арене же паника и истерика. Таракан загнан в угол. У таракана просто потеряны уже все силы для сопротивления. Брунеи настойчиво. Как я и говорил, тактика вокруг. Стоят запасные. Наброситься и кусать, кусать, кусать. На самом деле эксперимент получился, скажем, не очень. Не нравятся мне такие долгие, что ли, процессы охоты. Может быть, конечно, кому-то это будет интересно. Если вдруг нравится такой стиль, пишите, что-нибудь придумаем, но аргентинца уже больше кидать к брунеям я не буду. Хочу сказать, что, например, те же самые компонотус филах со взрослым аргентинцем справляются куда быстрее, хотя численность их куда меньше, просто как муравьи крупнее. Брунеи же, как видите, видео сильно ускорено, и действительно они его мучили минут 20-25, не меньше. А может быть и все 30 минут.
Но, однако, все равно победили. После того, как таракан был убит и перестал подавать признаков жизни, большинство из колонии ушло. Разбирать его осталось всего лишь несколько рабочих. Кстати, хочу сказать, так они его полностью не разобрали. К вечеру того же дня таракана просто выели изнутри, не более. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. С радостью отвечу вам на ваши вопросы. Удачи! До встречи в следующих видео.